О чем здесь идет речь? Речь в следующем. Перед тем, как проект внедрения корпоративной информационной системы будет запущен, необходимо изначально обосновать, насколько он выгоден и целесообразен. Поэтому в рамках текущего слайда мы с вами говорим о жизненном цикле предпроекта внедрения. Он включает в себя следующие фазы. Проработка бизнес-кейса, проведение тендера, а также заключение договора на имплементацию будущей программной системы. На шаге бизнес-кейса прорабатывается будущая архитектура, уточняются верхнеуровневые требования, строится и формируется техническое задание, а также, что самое важное, просчитываются предполагаемые затраты на внедрение и получаемые выгоды. Понимая то, какие выгоды даст нам будущая система, собственно говоря, принимается решение о целесообразности внедрения. Если это решение принято, то ведется процедура тендера, ну, в виде аукциона или закрытого-открытого тендера. То есть всевозможные поставщики услуг внедрения предоставляют информацию по тому, сколько они предполагают по времени будет занимать проект внедрения, а также по стоимости. Среди претендентов выбирается победитель, и на третьем этапе с победителем заключается договор на внедрение. И лишь после этого стартует жизненный цикл проекта внедрения корпоративной информационной системы.